Привет на моей кухне. Сегодня я буду готовить шашлык из свинины. И для начала мы подготовим мясо. Порежем его кубиками. Сегодня я буду для шашлыка использовать мякоть из задка свиного. Я не резала слишком мелко, но мягко, нежно. А также натру лук. Рецептов приготовления шашлыка великое множество. Я буду делать сегодня с луком, черным перцем. Немного приправы для шашлыка. Яблочный уксус. Для ускоренного маринования мяса я всегда добавляю яблочный уксус. А теперь мясо нужно немножко промассировать. И оставить на полчаса-час. Пока шашлык наш маринуется, я сделаю начинку из зелени для нашего лаваша. Он будет как гарнир к шашлыку. Зелень я мелко порежу. Добавлю сыр, оливки, перец чили, кориандр. Зелень можно использовать любую, какая у вас имеется. Щавель, шпинат, зелень укропа, петрушки, кинзы. Теперь в эту смесь я немного добавляю оливкового масла. И можно заворачивать лаваш. Прошло 2 часа. Мясо промариновалось. Теперь можно готовить его к жарке. Процесс пошел. Крути, крути. Горячий. Сегодня закат красивый. И кукушка пролетела. Ку-ку. Такой шашлык и лаваш с зеленью станет украшением любого пикника. Приготовьте вместе со мной и приятного всем аппетита!